Заслуженный коллектив Приморского края. Ансамбль танцев «Лисуя». Молодцы, наши юные артисты, маленькие, яркие, озорные, задорные, солнечные. И распогодилось вместе с ними так, да, и теплее стало и на душе, и на улице. Хореографический коллектив «Пластилин». Выступление. Лауреат всероссийского и международного конкурса. Оркестр русских народных инструментов Дальневосточного государственного института искусств под руководством, руководитель точнее, и дирижер, лауреата международных конкурсов, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Арбуз. Встречайте. Давайте поаплодируем. Так, ребята, давай, вы готовы? Вы готовы? Давайте, Домры, ну-ка поиграйте, мы послушаем. Нам нужно понять звук у вас. Нам нужно прочекать. Можете ли вы играть, в принципе? Сделайте. Отлично. Это ля. Балалайки. Это тоже ля. Молодцы. Бас, балалайка. Идет звук, отлично. Так, милая центральная группа. Отсылка к фильму «В бой идут одни старики». И... Баяны, пожалуйста, мой любимый инструмент. Неизменная ля. И на барабане ля. Не сфальшивил. Ребят, у нас все готово, встречайте. Thank you.
роща под горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась падая ракета, как нагоревшая звезда, но хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Краешка тонкой линии, берег мой, берег ласковый, как до тебя родного дому, отсюда к родному дому.